31 мая последний раз я тут был. Сегодня 1 июля. Еду смотреть, да, и поработаю заодно. Сыровато здесь, а там, где на открытой местности, уже подсохло. Что-то, блядь, кусты развалились все. Так что тут у нас деревьев не нападало, хотя ветра сильные были с дождем. Но березу на дрова забрали, одни веточки остались, а тут что-то не взяли, что ли. Трава здесь неплохая, но еще маловато. Пока она не очень пригодна. Скромненько пока здесь в плане травы. Сейчас посмотрим фрезерованный. Это не фрезерованное. Вот так вот визуально разница есть, пожалуй. Сейчас поглядим поближе, что у нас тут получилось. Но здесь, в принципе, неплохо. Много колосков, он костерок прет. Земля мягкая. Но здесь она как бы и всегда была неплохая трава. Меня вон там он интересует. Кто-то тут ездил, а дрова, наверное, собирали, шарились. Вот, кончаются колоски, и тут идет уже другая трава. Ну и земля другая. Трава-то, может, та же самая. Блин, ну так-то неплохо, она густая. В прошлый год она довольно редкая такая была тут. А нынче хоть и зажаривала, но смотрите, сколько ее тут. Прошлепин-то нету. Так-то интересно выглядит. Вот они тут, все эти кочки. Говно. Вот они уже опять засыхают, солонец сверху, которая. Не, ну хорошо так-то смотрится, если она растет. Но где-то тут вот у меня граница. Насколько она граница тут у нас? Вот граница. Ну как бы тут вот побольше, она здесь поменьше. По густоте. А вот здесь, смотрите, уже все. Там, видать, в тени он тенит. Сейчас что у нас? 2:03. Тут разница есть по густоте. А здесь уже на открытой местности уже польза вот этого идет. Тут вон она, вот насколько ниже. И темно-зеленая такая, она более, не знаю, цвет передается. На видео обычно нормально. Не, разница есть.
Вот я как раз по границе иду, вот она здесь клеверок, здесь вот ничего нет, клевера нету, здесь он и есть. Не, ну должна набрать масса неплохая здесь. Ну вот опять же, видите, разница, вот она. Ничего здесь нету. И тут. Да, разница. Хоп, здесь еще три тычки и нету. То есть эта тема, в принципе, раскрылась на этот год. Я здесь боронил, но видео я пока не, ну, не сразу-то не успел, потом не стал уже. В зимний архив пойдет баранование. Да, тут, в принципе, ничего такого важного. Пробаранил, кочки повыдиралось так. Вот они, красавицы белые. Трава растет заметно лучше, то есть эффекты есть. Даже вот сколько я на 6 сантиметров работал, порубил все это дело. И то здорово уже. А я думал, маленькая она побольше тут будет, но в целом тоже неплохо по сравнению с той, особенно там вот я показывал, да? А сейчас еще вот сюда посмотрим, на мягкой земле. А здесь вот она очень плохо росла. Даже вот так вот разница видна, вот она. Ну, не знаю, на видео по цвету обычно, если смотреться, можно обнаружить-то. Так, а здесь вот у меня угол необработанный оставался. Здесь уже даже в прошлый год была хорошая разница, поскольку здесь земля мягкая. Вот граница тут у нас. Но вот здесь вот она как бы поменьше кажется, здесь побольше вот. То есть вот здесь вот уже, здесь наоборот выигрывает почему-то, нежели здесь. Может, еще не разрослось просто. А вот здесь наоборот, тут погуще идет. Вот она, фрезеровка. Вот она, полоса. То есть наоборот, здесь вот лучше растет. А там вот что-то, может, там травы меньше просто. То есть вот угол пересечения. Но вот здесь вот заметно лучше. А здесь вот что-то уступает маленько. Вот, меряем почти вот две ладони. Смотрим здесь. Здесь в основном вот где-то полторы только. Но есть высокие. Тоже вот, ну только вот полторы получается. Да и так видно разницу. То есть эффекты есть. Эффект хороший. Так вот особенно, вон колосков сколько, здесь вот голое место вообще. Вот. Что тут вот, одуванчики, несколько колосков. И здесь вот. Как бы раза в два, наверное, гуще. Особенно тут вот. Заметно лучше, колосков больше вот. Ну, я говорю, надо здесь получше сразу делать, на два раза, что ли, проходить здесь такое делать надо, чтобы не было крупных почек. Ладно, поеду дальше.